Чандра, тебя ведь так зовут? Да. Иди сюда. Кроу и партнеры. Откуда ты? Из Балтимора. А твои родители? Из Мумбаи. Почти то, что надо. Мери мапа гарми хинди боте те, кюнки во чате те кимисико. Муже бетер ани чае. Не, тум бот ача болте. Машала хубсурат пео. Я просто сказала, что она красавица. Это правда, к тому же умница. Скажите, что вы знаете о мистере Стоуне? Ничего. Ну, знать особо нечего. Мистер Стоун обычно защищает наркодилеров и проституток. В таких кругах вертится. И под защитой я имею в виду то, что он выбирает им признание. Да, он упоминал об этом. Я и не понял, что за признание. Это потому, что он не хочет появляться в суде. Да и суд ему не рад. Мистер Стоун не судебный адвокат, да и вообще адвокат с натяжкой. Он хочет получить свою плату, быстрее совсем покончить и запрыгнуть на новое дело. Ему это на руку, но клиентам не очень. А они не узнают ни о чем за решеткой. Я нутром чуял с ним что-то неладно. У вас хорошая интуиция. Стоун новичок в подобных делах, а ваш сын достоин большего. Он просил вас что-то подписать? Пытался, но я не подписал. Документ он оставил. Там. Контракт? Да. И назвал цену? 50 тысяч. Фикс? Что-что? Фиксированная цена. Как парковка с утра пораньше. К сожалению, судя по моим данным, это дело может легко обойтись в 5 раз дороже. И любой, кто заявит об обратном, солжет. В 5 раз дороже? Да-да. Но я за него возьмусь бесплатно. Потому я и пришла без контракта. Именно такие дела и напоминают мне, зачем я подалась в адвокатуру. Оно получит полное внимание моей фирмы. Я привлеку все ресурсы, включая Чандру. Спасибо. Мистер Стоун, я Чандра Капур. Работаю с мисс Кроу над делом Кхана. Ясно. Пошли к ней. Она попросила передать, что, к сожалению, уже ушла. Ты Чандра, да? Твоя начальница — это нечто. Простите, не понимаю. Все ты понимаешь. Она тебя с собой привезла, чтобы переманить моего клиента, да? Она никого не переманивала. Ошибаешься. Но сейчас речь о тебе. Ты за этим на юриста училась? Чтобы работать реквизитом? Мне что-нибудь передать, мисс Кроу? Сама знаешь, что передать.